Здорово, народ. Гуляя по Харматану, по древнему плацу, вы наверняка находили алтари кровавые. Их тут четыре по всей карте разбросаны, да? Такие подходили к нему, что-то делали, тыкали, а оно не работает. И наверняка полезли гуглить, что это за хрень, что с ним делать. И наверняка нашли, что чтобы их активировать, вам надо оружие, наполненное жаждой, зачарованием. Вот таким вот зачарованием, которого у меня еще нет. Вот, но если вы это все нагуглили, то где взять саму жажду, само зачарование? Вы наверняка не нашли, как и я. Я уже майн сделал в этой локации, все обшмонал, а до сих пор не знаю, где жажда. То есть у меня нет жажды, она не просто так не выпадает, это зачарование. Так вот, я сейчас нахожусь вот здесь. Вот. Не знаю, у меня курсор показывает или нет на записи, но вот мой моя метка газет. Слева внизу. И я иду закрывать квест, который называется «В дополнительных кровавое дело». Убить прислужника мага крови, прислужники. Четырех прислужников надо убить в четырех местах локации. Они разбросаны по карте, которые тоже никак не отмечаются. И чтобы их проще было искать, если у вас мод стоит на дополнительных врагов, то их искать проще гораздо. Ну, например, вот здесь храм Синод Ветров, точно один этот маг был. И здесь было 4 или сколько там крестиков, ну такое скопление крестиков. На одном было написано что-то кровавый, вот, кровавый зверь, по-моему. Кровавый зверь, кровавый зверь, кровавый прислужник. Короче, кровавых много там сборище. И вот вы по этим крестикам можете ориентироваться, вот где их скопление было, туда и бегите. Ну, вот здесь вот точно один был. Еще где-то вот здесь, по-моему, тыры-пыры, уже пидыры. Короче, найдете. Как только вы этих четырех кровавых прислужников убьете, вам надо вернуться к древнему магу. Этот древний маг как раз сидит вот, где я сейчас нахожусь. Вот здесь. Пойдем. А, кстати, вы знаете, что если на page down нажать, или page up в игре, то будет вот такая херь происходить. С персом. Забавное. Это ничего не делает ему вроде бы. Ну, ни хил не отнимает, ни хп, ничего. Но это анимация дэмэджа. Короче. Нет, пошли. Чаёк. Приходите такие сюда, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Не карта. Здесь опять эти. Вот этих вот прислужников. Надо, короче. Ну, они такие же там, как и здесь. Такие же бесполезные. И вы их так вот херачьте, херачьте. Оп. 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 Вот этой вот. Как она называется-то? Клеймор. Им лучше. У него вот эти удары тоже нормальные, но вот этот удар имба вообще, потому что он отталкивает противника, во-первых. Где тут еще-то один? И сильно станет его. Я ничего сделать не успеваю практически.
эти ВБшки. Все, и вы приходите сюда, и он тут опять сидит такой, дымится, тра-тра-па-пам, па-па-пам. И просто с ним говорите. И вот вам, пожалуйста, с жажды зачарования выпадает. И два навыка новых. Одержимость какая-то и еще что-то там. Херня бесполезная. Вот, и вот она жажда. Благовоние Хризальды, 4 столба, оружие железное, условие ночь. Ну как зачаровывать вы найдете? Вот. И все, это все, что я хотел сказать. Зачаровывайте оружие и наполняйте его жаждой. И идете к алтарям активировать эту самую жажду. Что еще лежит? Благовоние. Лучше копье. Ну все. Давай. Бэ-бэ.